Всем привет! Опять интересное видео, опять интересная машина. Вы этот Mercedes уже видели, это E400 гибрид. Но в чем прикол, да? Ну, как вы знаете, у нас появился драги. И мы тогда, в прошлый раз, этот Mercedes замеряли без драги. Только по спидометру. И как я вам обещал, автомобили, которые уже есть в топе, мы еще раз замерим, чтобы было 100% точно и по драге все замерено. Поэтому сегодня у нас опять есть возможность заснять этот автомобиль. E400 гибрид, Mercedes, 212 кузов и двигатель 3.5 бензин. Общая мощность 333 лошадиные силы. В прошлый раз, я вам напомню, он показал 6.4, но эти 6.4 были, как вы понимаете, по спидометру. Так что сегодня мы поедем, посмотрим примерно, что он покажет. Первые заезды хочу попробовать с одной педали, посмотреть, какие результаты покажет автомобиль с одной педали. И уже, если они не будут такие хорошие, то, конечно, попробуем из двух педалей. Ну что ж, поехали, посмотрим. Давайте первый раз попробуем с одной педали. Посмотрим, что получится, что покажет драги. Потом, если не понравится, попробуем из двух педалей. Короче, дорогие друзья, пока что все идет лучше, чем я ожидал. Я думал, что с одной педали хотя бы из 7 выйти. Машина выехала, показала с одной педали 6.51. Сейчас попробуем из двух педалей. Я очень, ну прямо очень надеюсь, что выйдем из 6. Ну давайте посмотрим. И заодно сейчас посмотрим, и какой четверть миль получился. Ну что ж, друзья, замерили мы и этот автомобиль. Я лично остался доволен. Хорошие результаты получились. И объясню почему. Как, опять же, вы помните, что было 6.4. Сейчас получилось у нас 6.5, но с одной педали. И что самое интересное, это то, что с двух педалей машина едет абсолютно так же. И не потому, что просто две педали ничего не дают. Просто не хватает зацепа. Машина, если дать обороты с двух педалей, то уже начинает зарываться и ухудшает тем самым результат. Даже я бы сказал, что с двух педалей чуть-чуть получается похуже результаты. Тут, конечно, может быть, от шин зависит. Если бы поставили какие-то шины более спортивные, более жесткие, может быть, они тоже как-то повлияли. Но сейчас здесь стоят хорошие новые Michelin, и они, скорее всего, из-за своей мягкости чуть-чуть тоже ухудшают результат. Но все равно 6.5. Лидер у нас остается тот же автомобиль Mercedes E400 гибрид. И хотелось бы сказать по четверть мили. Самый-самый хороший результат у нас получилось 14.37 со скоростью выхода 156,38 километров. Ну что ж, опять же, это самый лучший результат для 402 метра, как и, собственно, 0-100. Если вам есть что-то добавить, как обычно, пишите в комментарии. Да, еще хотел сказать, что автомобиль опять в продаже, но в этот раз цена намного-намного ниже. Так что тем, которым этот автомобиль интересен, смотрите в описании, там есть все ссылки на этот автомобиль. А пока что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!